привет, мои солнышки, вы на канале Ирина Са. И сегодня мы будем делать с вами лизунов своими руками. А вот у меня вот такой вот набор есть. Тут можно сделать один огромный или три больших лизуна. Я сделаю сегодня три больших лизуна. Вот, выбери свой цвет или собери коллекцию цветных лизунов. Так, давайте же откроем этот набор. Здесь у нас имеется стаканчик, где написано не нагревать. Так, конечно же, инструкция, как сделать этого лизуна. Перчатки. Основа полипированный какой-то. Ну, я думаю, она переклеилась тут. Так, активатор лизуна, в скобочках тетраборат натрия. И спирт. Дальше краситель у нас здесь вот такой зеленый, а также какая-то крышка, наверное, она отсюда. Ну, мы, наверное, краситель, может быть, и не будем даже добавлять, может быть, мы даже его белым оставим. Но, скорее всего, добавим. Так как здесь нет ароматизатора, я добавлю свой, он со вкусом дыни, отдушка. Итак, первый шаг. Подготовьте две чистые дополнительные емкости, например, обычные банки. Ну, эти у нас не пойдут, потому что здесь нельзя их нагревать. Мы давайте возьмем просто обычные баночки. Для начала подогреем воду в чайнике. Мы возьмем только одну банку, потому что, в принципе, нам понадобится лишь она. 200 мл горячей воды отправляем в банку. Теперь засыпаем спирта. Так, и тщательно перемешиваем его. И ставим это содержимое на водяную баню. Надо постоянно мешать, пока не растворятся гранулы. А на дно кастрюли надо положить обязательно тканевую салфетку. Мешать нужно очень долго, для того, чтобы все растворилось. Видите, мы уже мешаем где-то минут 5, но пока еще ничего не растворяется. Вот такая у нас пока что стала консистенция. Вот мы растворили гранулы, теперь нужно подождать, чтобы она нагрелась до комнатной температуры. Остыла. Пока наша вода спиртом стынет, мы нальем в емкость краситель. Наливаем в емкость краситель. У нас будет он очень насыщенный зеленый, поэтому наливаем всю банку. Итак, пока эти два стоят, мы будем делать активатор лизуна. Скобочку кто-то подает. Так, давайте откроем его. Тут у нас порошок. Мы его засыпаем вот сюда. Все. Опять нагреваем воду. Заливаем 40 мл горячей воды в активатор. И перемешиваем. Тщательно для полного растворения, как и с основой. Мы так подумали, мы будем делать 2 больших лизуна по 100 мл. Для этого мы наливаем наш краситель в основу. И основу в краситель. 100 мл. И тщательно перемешиваем. У нас получился такой водорослевый цвет. У нас такой очень красивый цвет, посмотрите, вот так вот. На камере он не такой уж и светлый, как в реальности. Постепенно начинаем заливать в наш лизун активатором. Совсем чуть-чуть и потом перемешиваем. А мы сразу уже начали его в течение 3 секунд мешали, и он уже сразу начал вот так вот, начал очень густым становиться. И мы будем постепенно сейчас еще
добавлять. И он будет густеть по очень много. Вот он уже такой. Вот мы добавили столько активатора. И вот такой вот. Ее получается у нас. Вот такой слайм у нас получился. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Пока-пока.